На пресс-конференции, которую проводил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в информагентстве РИАМО, шла речь о деятельности регионального парламента в уходящем году и планах на 2019. В рамках экологического направления обсуждалась одна из острых тем, которая волнует жителей, о переходе на новую схему обращения с отходами и вводимой в регионе более централизованной через единого регионального оператора в системе вывоза мусора. Сегодня уже есть принятый план в рамках закона, который начинает работать 1 января следующего года. Уже ведется системная работа по переработке и сохранению твердобытовых отходов на территории Московской области, в том числе организации раздельного сбора мусора и определения основных операторов по сбору мусора на территории Московской области. Игорь Брынцалов отметил, что на протяжении очень долгого времени, с незапамятных времен, вопрос с мусором решался хаотично. Сейчас появилось понимание, что тянуть с решением проблемы больше нельзя, нужно действовать системно. Есть много вопросов, которые не решались, экологических вопросов. Слава Богу, на государственном уровне принят закон. И политика объявлена, что год экологии был, политика объявлена, законы приняты, что надо двигаться правильно, как и весь мир в этом направлении. Подошло время, час X настал, когда уже не делать ничего в этом аспекте нельзя. Игорь Брынцалов обратил внимание журналистов на то, что, организовывая в регионе по-новому вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, с 1 января Подмосковье переходит на раздельный сбор мусора. И делается это в соответствии с самыми передовыми технологиями, почерпнутыми из мировой практики. К чему хочу подвести, что острая проблема. И самое главное, что я отправлял комитеты во все страны, где навели порядок с мусором. Ну, может, они большие, малые, но там они сейчас ставятся в пример, как эта проблема решается в этих странах. Это Финляндия, это Япония, это Германия, Австрия. И оказывается, ровным счетом везде так это все происходило. Игорь Брынцалов рассказал, что в Московской области уже построено 2 мусороперерабатывающих комплекса, еще 10 будут построены. В ближайшее время предусмотрено строительство 4 заводов по термическому обезвреживанию мусора, мощность каждого по 700 тысяч тонн в год. На пресс-конференции также были озвучены основные финансовые составляющие уходящего года. Также спикер законодательного органа власти региона назвал параметры бюджета и на 2019 год. Доходы составят 537 миллиардов рублей, расходы 587. 90% расходов будет направлено на государственные программы, 70% занимает социальная сфера. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».